Чтобы стать сегодня знаменитым, мало быть талантливым, мой друг. Для настырных двери все открыты, наглости все кормятся вокруг. Ничего не сделавшие люди распиарят свой ничтожный лик. И никто теперь уж не осудит, ведь процент бездарности велик. Появились новые герои, шоумены, львицы, ловкачи. Ничего не значат, зато стоят больше, чем юристы и врачи. Писаниной нам не прокормиться, времена сегодня не для нас. На виду одни и те же лица, в профиль, в стиле ню или в анфас. Не нужны писатели сегодня, кроме тех, кто пишет на заказ. Для того, чтобы осталось мало умных, честных, добрых среди нас. Нравственно-душевного урона, достигая в расслевании масс, радуется пятая колонна, в идиотов превращая нас. За слова правдивые проститы, я хочу сказать, мой друг, как есть. Хочешь быть сегодня знаменитым, позабудь про совесть и про честь. Только грош цена подобной славе, если жизнь прожив среди людей, ты приносишь зло своей державе и не сделал мир чуть-чуть добрее.